OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Геноцид против казахского народа 1932-33 годов, организованный Сталиным и его окружением, непосредственными исполнителями которого были правительство РСФСР и первый секретарь казахского обкома ВКПБ Голощекин, в советской исторической науке назван голодом. Науке известны два вида голода. Искусственный, организованный голод, геноцид, и стихийный, никем не организованный голод, случающийся в результате стихийных бедствий, засухи, нападения саранчи и связанного с этим неурожая, наводнения и так далее. Голод в Казахстане был организован по заранее разработанному плану. Была проведена насильственная коллективизация хозяйства казахов-кочевников, занимающихся пастбищным животноводством без заготовки кормов. В результате того, что скот был насильственно отобран, корма не заготовлены, а неграмотные кочевники-скотоводы не знали, что такое коллективное хозяйство, колхозы, не были подготовлены председатели колхозов, районные и областные звенья для руководства сельским хозяйством, отобранный у населения скот от бескормилицы начал падать. Поскольку кочевники-скотоводы, каким было почти все казахское население, не имели хлеба, а главной их пищей были мясомолочные продукты, то, оставшись без пищи, они начали умирать от голода. Последствия голода были катастрофическими. Погибло около 70% казахов, проживающих на территории казахской АССР. Причем зерно из казахской АССР было предусмотрительно вывезено до начала коллективизации. Многие отказывались верить этим фактам, но Сталин и его окружение устраивали геноцид не только казахов, но и других народов – чеченцев, ингушей, балкаров, крымских татар, корейцев, калмыков, немцев Поволжья, украинцев и других. Журналист-исследователь и писатель Валерий Михайлов собрал по крупицам многие материалы о Голодоморе 1932-33 годов. Несмотря на голод, казахской АССР и гибель миллионов людей, СССР экспортировал хлеб, продавая его по заниженным демпинговым ценам. Несмотря на страшный голод, Сталин настаивал на продолжении экспорта хлеба в страны Европы. Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году 13 миллионов, в 1931 – 51 миллион, в 1932 – 18 миллионов центнеров. При этом советский хлеб продавался в условиях экономического кризиса в странах Европы, фактически за бесценок. О страшном геноциде против казахского народа было запрещено писать, говорить и давать какую-либо информацию. Вот что далее сообщает Михайлов. Газеты 1933 года, впрочем, как и предыдущих и последующих лет, вплоть до 1985 года, молчали о голоде. Молчали по всей стране. Если в начале 20-х годов о голоде они еще не говорили, и даже было создано и действовало общество помощи голодающим «Помгол», то в начале 30-х годов самыми сильными словами в печати были «продовольственные затруднения». О голоде молчали, крича о победах коллективизации и социализма. Но ведь пишут не только газеты и не только в газету. 19-летняя девушка Татьяна Неводовская писала в свою тетрадку дневник. Она жила тогда вместе со ссыльным отцом-профессором в ауле Чемдаулет, расположенном в горах Заилийского Алатау. И она, и отец работали на опытной сельскохозяйственной станции. В 1980 году Неводовская передала в Центральный государственный архив Казахстана альбом с фотографиями 30-х годов.
которое она сопроводила своими воспоминаниями об отце, его сотрудниках и тогдашней жизни. Альбом, быть может, сказано не точно. Это обычная тетрадь для рисования с наклеенными, тускловатыми любительскими снимками и записями. А в конце, на последних страницах, стихотворение собственного сочинения. Оно озаглавлено так: «Казахстанская трагедия» и датировано мартом 1933 года. Татьяна Неводовская написала спустя 47 лет. В этот период, в 1932-33 годах, в отчаянно бедственном положении оказалось местное население Казахстана. Казахи покидали аулы, целыми семьями умирали от голода, замерзая зимой, болели. Даже этого свидетельства подлинного интеллигента, гуманиста и честного человека Татьяны Неводовской достаточно, чтобы утверждать, что этот голод был сознательно организован Иосифом Сталиным, а исполнен его другом Голощёкиным. О том, что Голощёкин был другом Сталина, можно судить по фотографии в Московской высшей партийной школе, на которой они запечатлены вместе со Свердловым, Куйбышевым и другими большевиками. Однако надо еще учесть, что Неводовская описывает голод только на юге Казахстана, где он был не так страшен. К тому же в 1933-м на юге Казахстана была ранняя весна. В северных областях трагедия была куда страшнее. О том, что нельзя лишать казахов скота для организации коллективных хозяйств, писал еще Турар Рыскулов. 20 января 1926 года республиканская газета напечатала его передовую «Помощь оседающим казахским хозяйствам». 19 апреля он писал в той же газете: «Кто установил и на каком основании, что казахский народ должен перейти в оседлое земледельческое состояние? Тенденция развития в эту сторону будет, но завершится в далеком будущем. А пока естественные условия и возможности развития говорят об иных соотношениях. Говорить, обобщая о переходе от скотоводства, думая, что все казахи исключительно занимаются скотоводством к земледелию, это выражать свое полное незнание современной казахской обстановки». Голод начался в середине зимы, а люди умирали от голода и летом. При желании, если бы Голощёкин и Сталин приняли экстренные меры, голод можно было остановить еще зимой. А чтобы остановить голод весной и летом, не нужны были даже экстренные меры. В стране продовольствие было, хлеб вывозили на экспорт, но голод в Казахстане был частью хорошо продуманной политики. По данным всесоюзных переписей, в Казахстане проживало в 1959 году 2 795 тысяч, в 1970-м 4 234 тысячи, в 79-м 5 289 тысяч, в 89-м 6 650 тысяч. Всего в СССР по переписи 1989 года численность казахов составляла 8 136 тысяч человек. Численность же узбеков в СССР в 1989 году составила 16 698 тысяч. Крупнейший русский историк и этнограф Аристов еще в 1887 году о казахах писал следующее: «Этот народ по численности занимает второе место между тюркскими народами. Первое принадлежало туркам-османам, по пространству же земель – первое. Однако казахов в 1989 году оказалось вдвое меньше, чем узбеков. Демографические показатели по СССР показывают, что естественный прирост казахов ни в чем не уступил приросту узбеков». Приведем таблицу из энциклопедического справочника СССР, изданного в Москве в 1979 году. Страница 17. В Казахской ССР 65% населения составляли русские, украинцы, белорусы и другие, рождаемость которых не превышала 14-15 детей на 1000 человек. У казахов этот показатель в 1970 году составлял 46 детей на 1000 человек.
Таким образом, из общей численности казахов в 1911 году 8 400 000 человек в России, после голода 1932-33 годов по точным расчетным показателям годового естественного прироста в среднем около 35% каждые 10 лет, можно установить, что казахов осталось менее 2 500 000 человек, или же погибло около 70% от всей общей численности. 2,5 миллиона делим на 8 400 000. Получаем 30%, то есть от всей численности осталось 30%. В расчет не вошел естественный прирост казахов с 1911 по 1932 года из-за не менее официальных цифр, которые утаиваются. Видимо, этот прирост составлял около 1,5 миллиона человек. В 1930 году Казахстан был на пороге большого прогресса в развитии экономики, культуры, роста численности населения, образования, здравоохранения. Если бы не глобальный, страшный геноцид в виде голода и уничтожения талантливой прогрессивной интеллигенции, бывшей во главе казахского народа в тот период, Казахстан не был бы далеко отброшен назад и в настоящее время был бы крупным по численности коренного населения государством. Данный вывод неоспорим и подтвержден вышеприведенными фактами. Однако система, положенная в основу руководства Российской империи в коммунистический период, причинила огромное зло и самому русскому народу, выразившееся в современном демографическом и экономическом упадке.